класса и группа 13. И сегодня я хочу вам рассказать о герое Великой Отечественной войны, о моем прадедушке, которого звали Греков Федот Федорович. До войны мой прадедушка жил в деревне Ситовского Алтайского края. Семья была большая и дружная. Дедушке Федота было 4 брата и 2 сестры, а всего в семье было 7 детей. Когда началась война, деду было 26 лет. Дед и его братья ушли на войну. Почти все вернулись живыми, кроме одного, который погиб в начале войны. Мой прадедушка ушел на фронт в первые дни войны. Дошел с Победой до Берлина. Он был командиром орудия и участвовал в битве под Сталинградом. И подбил там целых 3 танка. Когда я смотрю военные фильмы, я понимаю, как всем было тяжело. Война – это беда. Взрывы, выстрелы, бомбежка. И солдаты не покидали поле битвы. Мой дед был очень смелым. Как не бояться такой техники, как танк? Он огромный, мощный, железный. Да еще и стреляет. А дед уничтожил целых 3 танка. Я думаю, конечно, ему было страшно. Он же человек. Но он защищал свою родину, поэтому бился. У него очень много наград. Медали за отвагу, за боевые заслуги, за мужество. Ордена Великой Отечественной войны первой и второй степени. Я очень горжусь своим прадедушкой и всеми героями Великой Отечественной войны. Благодаря им мир на земле.